новости для всех фанатов Казахстана принес в очередной раз Нариман Курбанов. На Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку казахстанский гимнаст одержал победу в упражнениях на гимнастическом коне. Его результат удивительный – 15 300 баллов. Это уже вторая медаль для Казахстана на Кубке мира. Ранее еще один спортсмен из Казахстана, Милат Кареми, завоевал золото. А всего в соревнованиях принимают участие 173 гимнаста из 48 стран мира. И надо отметить, что совсем недавно Нариман завоевал золотую медаль на Кубке мира в Дохе в Катаре. Он настоящая звезда и легенда спорта. И, наверное, конечно, я повторюсь, но скажу, что все-таки на коне казахам нету равных.